Мария Захарова подвела итоги 8-летнего президентства Барака Обамы. Накануне пока еще глава Белого дома дал финальную пресс-конференцию. Инаугурация Трампа уже завтра. И в Москве надеются, что новая администрация сможет разрешить существующие противоречия и направить российско-американские отношения в позитивное русло. Однако сделать это будет непросто. По словам Захаровой, при Бараке Обаме Москва и Вашингтон скатились практически до состояния холодной войны. Итоги, к сожалению, давайте называть вещи своими именами, плачевные. Уходящая демократическая команда сознательно обрушила двусторонние связи до состояния времен холодной войны. Причем до своего последнего дня она продолжала, я бы сказала, продолжает даже еще в последние часы, мы это видим все и наблюдая, наносить удары по их фундаменту. Тем не менее, Москва готовится к нормализации отношений с Вашингтоном, и неважно, кто стоит у руля в США. Ну и журналисты на брифинге напомнили Марии Захаровой ее танец «Калинку-малинку», который она исполнила в мае прошлого года на саммите России-АСЕАН. И поинтересовались, а при нынешней непростой внешнеполитической ситуации, какой бы она выбрала танец? Оказывается, обстановка на международной арене на танцы Захаровой никак не влияет. Мария Владимировна, в прошлом году при определенной политической картине вы станцевали «Калинку-малинку», а вот если посмотреть на сегодняшнюю политическую ситуацию, какой бы танец мог быть актуален сегодня? Спасибо. Я, вы знаете, танцую вне зависимости от международной обстановки.